дорогие зрители! Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Спасибо, что заглянули на мой канал. И сегодня я хочу вам рассказать об одной статье, которую я нашла в газете. Мне очень понравилось, я многом об этом слышала, знаю. Но вот подумала, что, может быть, кому-то то, о чем я прочла и вам хочу сейчас рассказать, будет полезным, и, может, кто-то откроет для себя Америку. Это 4 заблуждения по уходу за вашей кожей, за кожей лица. Первое заблуждение – это то, что крема надо часто менять. Это все неправда. Вы можете своим любимым кремом пользоваться и 2, и 3 месяца, столько, сколько вам хочется. Если вы видите, что ваша кожа сияет, и вам это все очень нравится, вам приятно, вам доставляет это удовольствие, то крем менять совершенно, я считаю, что не надо. Ну, конечно, можно найти другой какой-то крем, если вам захочется что-то изменить. Второе заблуждение – это то, что гормональные крема способны омолодить нашу кожу на 15 лет. Одно из самых популярных заблуждений. Многочисленные исследования показали, что гормональные косметические средства не в состоянии омолодить нашу кожу на 10-15 лет. Но если вы решили проэкспериментировать с подобными средствами, то помните, что дальнейший отказ от них ничем не будет грозить вашей красоте. Просто когда-то мне предлагали крема гормональные, но сказали так, что если вы начнете ими пользоваться, то в дальнейшем вы от них откажетесь и вернетесь к своим обычным кремам, то они вам уже помогать не будут, и надо уже всегда пользоваться только этими средствами с гормонами. Естественно, я в тот момент была очень напугана и решила, что не стоит мне экспериментировать. Но оказывается, как видите, что это просто производители так нас пугают для того, чтобы мы покупали и покупали их продукцию. Третье заблуждение – это то, что ночной крем надо наносить перед самым сном. Это тоже неправда. Ночные крема надо наносить за 2-3 часа до сна. Потому что если вы нанесли крем и легли в постель, естественно, повернулись, и весь крем ваш остался на подушке. Он не успеет впитаться, не успеет начать работать. Поэтому наносите крем на лицо за 2-3 часа перед тем, как отойти ко сну. И последнее, 4-е заблуждение, что существует крема для любой кожи. Если написано, что крем для любой кожи, это считайте деньги на ветер. Ни один крем не может вместить все компоненты в себя. И для жирной, для сухой, для нормальной, для чувствительной кожи. Каждый крем должен быть только индивидуально для какой-то кожи. То ли это у вас жирная, то ли у вас сухая кожа. Так что, когда обращайте внимание, выбираете крем в магазине, смотрите на упаковку, читайте. Читайте внимательно то, что там написано. И тогда все будет в порядке. Вот о таких 4 заблуждениях я прочла сегодня в газете. Очень интересно было мне все это возобновить в памяти.
Надеюсь, что и вам что-то это понравилось. Спасибо вам всем, что заглядываете на мой канал, за ваши лайки, за ваши подписки. Я всегда просматриваю каждый день, отвечаю, всем отвечаю, никого не пропускаю. Спасибо вам всем большое. С вами была Галина.